Друзья, не хотел делать видео, потому что, в принципе, больших отличий не нашел, но поскольку вопросы есть, все-таки решил, что видео нужно сделать. Сейчас я хочу показать, в чем будет разница в прошивке на аппарате Black VR 60 Pro. Прошивка, вот как вы видите, версии V8. Потому что как бы изначально идет V6. Теперь у нас на аппарат дали прошивочку V8, и если кто ее поставил или хочет поставить, многие задаются вопросом, в чем будет отличие. Ну, вот я сейчас попытаюсь на этот вопрос и ответить. Но я надеюсь, видно, что просто перевода стало немножко больше, но все равно не абсолютно. То есть не совсем все переведено, как и было. До этого переведено просто было меньше. Сейчас у нас переведено больше. Интересно, кстати, инженерное меню осталось. Ну, как бы да. Оно есть. Оно работает. Проблем не возникает. Ну да. Ну так что честно, вот пока, ну никакой разницы. Может быть какие-то глюки убрали, согласен. Распознавание лица я пока еще не настроил. Это я потому что полностью сбрасывал мозги с телефона. То есть если у вас все настроено, и вам ради того, чтобы поставить новую прошивку, нужно будет все заново перенастраивать, ну задумайтесь, стоит ли оно того. Потому что пока не видно. Если у вас глючит, и вы возлагаете надежды, что глюков станет меньше, ну тогда да. Потому что переводов хоть и стало больше, но вы видите, что ну, не все еще переведено. Ну, в общем, как-то так. Я, наверное, больше не буду ничего показывать, потому что смысла не имеет. Все как работало, так и работает. Сейчас. Чехол, напоминаю, не родной, поэтому с трудом нажимается. Сканер отпечатка работает, как и работал, просто офигенно. Распознавание лица пока еще не настроил, но, в принципе, оно тоже работало хорошо. Думаю, хуже оно явно не станет. Так что, всем спасибо за внимание. Это была, скажем так, ну, как сказать, нет, не была. Это было видео с разъяснением отличий в прошивках V6 и V8. Точнее говоря, я показал именно, чем отличается V8. V6 я показывал до этого в предыдущих видео. Это все было на аппарате Blackview A6 Pro. Всем пока, спасибо за внимание. Ну и вот-вот получу 9700 Pro. Вот тогда видео пойдут поинтереснее. Все, всем пока, спасибо, чао.